Всем привет, дорогие наши друзья и зрители нашего канала. С вами Раша, с вами Анастасия и Денис, а также бабушкины блинчики с нами сегодня. Да, сегодня бабушка нас решила порадовать. Моя мама приготовила блинов. Одни на сыворотке, это вот эти, кажется, на сыворотке, а вот эти на воде. Это с творогом, это обычные блинчики. Также у нас сметанка. Также у нас сгущеночка. И выпивать мы будем кофе с молоком. Да. Кстати, я уже давно хотел приготовить блинчики, но у нас старая сковородочка испортилась, а новую мы так не купили. Надо обязательно купить и напечь вот такую прям, вот такую стопку, вот такую, чтобы прям огромная была. Да. Люблю много-много блинов. Самое главное, чтобы было время. Да, и, наверное, с детками потом снимем, когда купим и напекем. Очень много было пожеланий по поводу наших, в общем, болезней. Которые... Пожелания в каком плане? Ну, чтобы поскорее выздоравливали, поправлялись, чтобы побольше сил, терпения и все было хорошо. Терпение – это вот к Насте. Настенька у нас тут все, весь удар на себя берет. Ну, у нас все хорошо. Спасибо, кстати, вам большое. Нам было очень приятно читать ваши комментарии мне, потому что я читаю всегда комментарии. Ну, на поправку мы уже идем. Все хорошо, температуры нет уже дня два, наверное. У Лёши единственное, и у всех, кстати, детей остаточный кашель. Ну... Остаточный, откашливают они мокроту. У Паши стоматит вроде бы как уже проходит. У него стоматит, вот здесь вот вылез такой нормальный. Приличный. Мощный такой прям. Да. Вот. Ну и все, собственно говоря, кашель. Вот увлажнитель воздуха помогает нам. Свежий воздух, гуляем. Ну, я думаю, что все будет хорошо. Ну, конечно, будет все хорошо. Сколько у нас это раз было, кстати? Главное, что мы справились без антибиотиков, не запустили болезнь. Что да, может, да. Главное, перекатить да. В бронхиты, пневмонии. Ну и все, вот это остальное. Да. У нас раньше это было. Хорошее было, да. Кстати, мы уже прошли через это все. Когда вроде лечишь, а потом все хуже и хуже. Потом все эти лекарства, таблетки, ой, как они это не любят, наши детки. Всем приятного просмотра, приятного аппетита. Это у нас клюква, я вот тут достала. Настенька тут опять решила блеснуть. Декор. Декором своим, декором. Так-то вот тоскливо. Вот у Настеньки, знаете, вот у нее в душе это заложено. Она не может просто вот так вот сесть и все. Ей надо что-нибудь положить, там помидорку, там, не знаю, листик салата, там, не знаю, огурчик или хотя бы вот ягодку, как сейчас. Творческая личность. Да. Где-то глубоко-глубоко спит ванна. А у меня все просто. Блинчики блины такие. Сглухо, блины, все. Такие бледненькие получились. Ничего. Интересно, почему они такие бледненькие? Бывают вот такие зажаристые? Куплю сковороду, как напеку городу. А бывают такие бледненькие, от чего это зависит? Интересно. Может быть, надо было чуть дольше на сковородочке их подержать, чтобы они подрумянились. Ну, вкусные. Вот эти с творогом обалденные. Мы со сгухой, знаешь, какие они вкусные. Дети уже попробовали с творогом, сказали, очень вкусно. Ваши вопросики. Айсенем и Ева Жанова. Просто ники вы пишете по-английски, мне тяжело читать, тут такие ники. А то кто-то, в общем, ладно, кто-то написал, что я читать не умею. Умею читать, тут просто непонятно бывает порой, буквы такие. Ладно, здравствуйте, очень люблю вас. Кто давал имена детям? Мы. Здравствуйте, имена давали, ну, мы все вместе, сообща, договаривались, вообще, обсуждали. У нас... Приходили к единому мнению. Да, мы поначалу там, знаете, выдвигали свои предложения. Ну, допустим, кто-то не согласен. Говорила Настя, я говорил нет, потом говорил я, нет, и вот так мы вот предлагали. Пока обоим не понравится. Да, и вот в итоге мы приходили к одному решению, да. К одному имени, вернее. Ну, скажу, было непросто, как-то вот у нас все это... Нет, с Дашей очень просто, ну, сразу же... с Дашей, да. С Пашей, в принципе, тоже очень нет, быстро. А вот с Пашей нет. С Лешей мы колебались. И с Пашей, и с Лешей было все долго. Нет, с Лешей, с Пашей быстро. Нет, долго. Да ладно, с Лешей дольше всех. С Дашей, да, согласен, там как-то мы быстро с тобой
Договорились. С творогом. Интересно, а если творог со сгущенкой, это как будет? Я не люблю сгущенку, терпеть не могу. Я обожаю. Такая сладкая. Купили эту сгущенку еще, наверное, месяц назад, и что-то прям лежит. Сейчас нашелся повод ее вскрыть. Да. Наконец-то. Кстати, соцопрос. Девочки, ставим лайки, мальчики, ставим дизлайки. Уже полвидео прошло. Почти в начале сказала. Почти. Кстати, многим очень зашел формат, когда я снимала мукбанг одна. Вот, как вы думаете, возможно нам продолжить эту традицию и продолжать мне иногда? Скажем, не всегда, ну, конечно, да? Иногда. Иногда. Можно, да, мне вот одной, допустим? Мне одной, а если Денису одному? Ну, наверное, не согласится, он такой. Денис же будет есть. Кстати, какой вам больше формат зашел? С кем? С Денисом или со мной? Вот тоже напишите. Может быть, нам как-то почаще так снимать. Ты себя как чувствовал? Комфортно один глаза? Да, вполне. Да? Не, ну с тобой-то, конечно, лучше. Как-то не по себе, со своей, да? Половиночкой. Немножечко не так по себе. Когда без половиночки нету рядом. Что-то не то. Только не своей тарелки. Мы просто уже с тобой как бы слились в одно целое. Какой вам жанр фильма нравится? Аделя Садырова спрашивает. Так давно я фильмы не смотрела. Ну, мне нравятся фильмы ужасов, нравятся триллеры. Но я очень сильно боюсь, и я просто, мне надо с кем-то смотреть. Допустим, с Денисом мне комфортно. Фильмы катастрофы мне нравятся. Катастрофа нравится. Фильмы, основанные на реальных событиях, нравятся. Тоже нравятся. Если они интересные, конечно. Исторически нравятся. Исторические не нравятся. Никогда не нравились. Какие-то там еще... Фантастика не нравится мне. Не люблю эти все сказки-выдумки. Денис часто смотрит. Часто, а? Ну, он любитель фантастики. Всякие там, знаете, там летающие там какие-то демоны, там еще там полыхающие там. Ну, что-то вот неправдоподобное. Мне вот такое... Какие демоны, ты че? Ну, там всякие монстры, там вот эти зомби там ходят. Ты же ужасы любишь. Ну, это... Ну, ужасы это одно, а вот фантастика вот вся. Подожди. Ты говоришь, зомби ходят. Говорит, не люблю фантастику. То есть зомби это фантастика. А ужасы, когда там из могилы какой-то монстр вылезает, это уже как бы нормально все, да? Фантастика, они не страшные фильмы. Они какие-то смешные. Они интересные для меня. Ладно. Ужасы это ужасы. Спецэффекты. Какие ты самые страшные ужасы смотрела? Помнишь? Давно-ка. Я просто по названию сейчас не могу вспомнить. Ну вот как она из колодца вылазила. В кинотеатре звонок. Я смотрела. Вот «Звонок» был для меня страшный фильм. Есть еще фильмы эти, как они, не то что страшные, они какие-то садистического характера, когда, помнишь, там они там привязывала, там, допустим, к этому... Пила? Наручниками, рядом пила 2, пила 3, там они частями. Вот они не страшные, они какие-то жуткие вот эти фильмы. Я тоже смотрела раньше, но не для меня такого жанра фильма. «Пятница 13-я» не смотрела? Смотрела. Джейсон. Фурхис, где там ходит всех. Этот как вам? «Ужасы на улице Вязов», да, что-то такое? Это же старый. Фредди Крюгер. Ну, какая-то классика, ты что, классика? Ну, да. Я не смотрела, как его, «Кладбище домашних животных». Смотрела, помню. Я помню, это самый первый, наверное, первый все-таки это была «Пятница 13-я». В детстве, где я еще был маленький, смотрели. Я помню, в детстве смотрела, очень любила смотреть секретные материалы. Такой старый фильм этот снимался, как его. Ну, это и есть фантастика, моя дорогая. Как Дэвид он? Духовный. Дэвид Духовный, да. А актер как его там? Дженнифер Андерсон, да? Да. А как его? Малдер, искали его. Всё, да. Я помню, я смотрела одна в комнате, лежу я раньше в зале. А мы с братом смотрели. Как мне было страшно этот фильм смотреть. Бывало, кстати. Я ещё смотрела одна в темной комнате.
Ой, как жутко было, вспомни. Но продолжала смотреть. Да. Мне, кстати, нравился этот сериал. Он один из первых вообще сериалов, которых я вообще смотрел. Ну, не считая эти всякие «Рабыни Изаура» и всю эту фигню, которую смотрели мои родители, и мне приходилось тоже с ними смотреть. Да, классно. Так, вопросики дальше. Классненько. Не успела поскринить вопросы, поэтому еще прям вот... На ходу. Да. Насте вообще все на ходу происходит. Ну, не было времени, к сожалению. Вот по секрету вам расскажу, все на ходу. Даже вот вопросы никогда по скрине, представляете? Такой темп и ритм жизни. Темп, да. Сегодня мы не гуляли. Почему не захотели? Ну, ветер был сильный. А, сегодня же у нас вроде как мело. Спрогнозировался этот... циклон. У нас мело, и ветер был, поэтому мы сидели но дома. Но он все равно нас, мимо нас прошел. Но к вечеру зацепил. Даша с Пашей пошли гулять. Мы с Лешей не решились как-то. Уже к вечеру... Там же знаешь, какое затишье? К вечеру успокоилась вроде немножечко. Стала его одевать, что-то начала капризничать. Думаю, ладно, уже сиди дома. Не хочешь, не надо. Ну, может, уже уставший был. Не хотел уже ничего. Кто-то написал, что я молодо выгляжу в свои 34 года. Спасибо большое, очень приятно. Правда, только один человек согласился. А так, ну, приятно. Настенька для меня всегда будет 18-летней девочкой. Ты моя девочка. Если бы не мой глаз, я бы выглядела еще лучше. Ой, глаз, опять этот глаз. Знаете, у меня образовалась здесь такая вот складочка небольшая. Ну, все знают. Я ее хвостом так затянула, не так видно. А, ты там вот так вот натянула, да, у тебя так. Да, вот эту вот складку, ее вот, вот, мне кажется, можно легко убрать. Это как шрамик такой у меня получился, кожа немножко обвисла. Вот я немножко вот так вот раз, и все, и будет вообще прекрасно. Так, я хочу это исправить. Я, кстати, записалась в еще один косметологический центр, схожу на консультацию. В другой теперь. Возможно, что-то мне предложат. Ну, напишите, пожалуйста, чтобы она успокоилась. А. Это очень хорошо видно. Успокойся ты. Я же это вижу. Я вообще спокоен. Я просто, знаешь, я вот раньше смотрела в зеркало, я как-то любовалась, ну, собой, своим лицом, своей внешностью. Мне очень нравится моя внешность, особенно когда... Я до сих пор любуюсь. Особенно, когда я накрашена. А сейчас, первым делом, вот признаюсь, я смотрю в зеркало, и у меня сразу взор падает на мой правый глаз. Я не могу с собой полноценно любоваться. Вот у меня теперь какая-то вот фигня вот такая. Я знаю, там писали, что не видно, все видно. Настя, да там ничего не видно, а? Что смеяться? Там, если видно, действительно, там надо прям приглядываться, там, выглядываться. Это не поможет. Пока я сама не вижу, что все нормально. Ой. У нас клюква еще спас за того года. Угу. А я ничего не делаю. Ну, в этом году она закончится уже все. Да. Надо будет в этом году новую покупать. Брусника заканчивается тоже. Морсики навожу детям. Морсики? Ты вот просто, когда мы ее купили как-то вот, ну, когда мы ее наморозили. Она лежала-лежала, потому что не болели. Морсики надо пить для профилактики. А не только когда болеешь. Для профилактики? Да. А потом заболеешь, и что мы будем пить для профилактики? Мужик, не зря запас-то делаем большой. Так, сейчас я найду. Это два вопроса я успела поскринить. Вот, Арина Зайцева. На какой язык ходит Даша? На немецкий или на английский? Она в школе проходит английский язык, изучает. Вот со второго класса у них начался английский язык. Я помню, в моем детстве с пятого класса. У меня тоже с пятого. Но что-то у нее рвение не особо, я смотрю. Ну, у нее как бы она еще плохо понимает этот английский. Там такое, конечно, знание такие дают, видать, в этой школе. Конечно, в идеале было бы на дополнительные какие-то курсы ходить. А я у нее спрашивал. Она сказала, что не хочет. Ну, она как-то вот не тянет на языке. Да. Ее больше что-то подвижное. На спорт тянет. Вот на спорт ее прям тянет. На танцы там вот это все. Там ее прям гимнастика. Там бегом летит сама там.
На пение тоже она любит ходить. Ну, каламбур. Ну, каламбур у них там пение, танцы тоже. У нее же скоро выступление будет на этот, на Масленицу. Она уже только пропустила этих тренировок, занятий, потому что она Нагонит. Болела. То нога у нее растяжение, то простуда. Вот. Она уже столько пропустила занятия к этому выступлению. Нагонит. Топку-то у тебя волосик включает. Это от блина отвалилось. Так, ладно. Что, у меня чистое лицо? Да. Салфетки опять забыли. Так, Лолита Масян спрашивает. Приветики, Настя, скажи, пожалуйста, во время беременности можно делать наращивание ногтей? Конечно, можно. Я просто... И бровей. Я помню, забеременела. Насчет бровей не знаю. Наверное, тоже можно. Сейчас сомневаюсь. Я думаю, что можно, конечно. Просто я вот не делала. Потому что мне это нафиг было не надо. Я села в декрет. 7 месяцев. А вот если хочется? Конечно, делайте. Можно. Ничего страшного в этом нет. И что-то как-то я села в декрет 7 месяцев с Дашей. И по сей день, вот видите, не делаю. Как засела, так и все. Такой затяжной декрет. Да. Ну, хочется сделать. Вот хочу френч себе делать. Для френча я уже узнавала. Но чтобы хотя бы свои было немножко видно. Ногти отрастить. А френч, что, наращивание? Ну, такие, нет, они свои, получается. Просто форму продают. Они такие красивые, ухоженные. Классно. Я хочу сделать. Сделаю когда-нибудь. Все, я больше не хочу. Я, кстати, иду, записалась на наращивание ресниц в начале апреля. Нормально, 4 апреля где-то. Есть вот неподалеку у нас через дорогу салон. Прям салон? Да, такой салон. Не квартира. Ну классно, что? Ну, сделаю себя. Хочу. Что-то я это болтала, опять ничего не поела. А вот болтать меньше надо. Болтушка, да, у нас? Болтушечка. Ой, а Дашка какая у нас болтушка, это да. Мне кажется, Лёша тоже будет таким же. Наверное. Но не факт. На улице классно, сейчас тепло, ветра нету. Вот всегда бы такая зима была бы. Хотя уже не зима, уже весна. О чем я? Все закончилось, да, уже. Никогда. Короче говоря. Скоро, да? Чё завтра-то хоть? Чё будет завтра? Кто его знает, чё будет завтра? С этими датами уже. Когда ещё можно говорить? Короче, Даша будет в школе поздравлять мальчики. Ух ты, цветы дарить. Дарить какие-то подарочки там. Поздравления, стишки. Они их поздравляли на 23-е теперь. Как это обычно, стандартно в школе, да, мальчики, девочки, У нас сегодня тоже в цеху поздравления шли. Ну, на участках отдельно, ну, на каждом участке отдельно поздравили, а потом собрался весь цех, и там с других цехов пришли, там директор, все замы, все собрались, короче, там сцену сделали, там тоже все это поздравили. Там... Что дарили? Не, ну мы-то дарили цветочки, да, Рафаэлки, и все на этом. Коробочки Рафаэлок. А руководство там подарило мини-концерт на обед, на обеде, на обеденном перерыве. Короче, какую-то группу пригласили в цеху, там для нее сделали, короче, этот подиум. И они, короче, там на обеде пели песни на весь цех. Живая музыка, короче, была сегодня у нас. Интересно придумали. Ну да. Слушай, я тоже люблю Рафаэла. Я хочу тоже на 8 марта. Купишь мне? Конечно. Конечно же. Я тебе скуплю все Рафаэлки у нас в районе. Тебе хватит? Да мне коробочки хватит. Даже две. Потому что я знаю, что дети налетят тоже. Одна Даша, другая маме. Ну тогда уже и Паша.
Паша, ты Ну, зачем сегодня? Паша же тоже хочет конфетки, он очень любит. Ну, 8 как бы марта вообще не для мальчиков А, праздник. забей. Мальчики, девочки. Дашь Он же угости? Ты ребенок. угостишь? Да. С Дашей. Ну, Даша, наверное, не угостит. Хотя нет, Даша, она хорошая девочка. Она всегда поделится с Одну даст и братиком. все. Он будет обижаться, что нам по коробке, а ему одну. Да Ой, ладно. нормально все будет. Ой, прям чувствую, что тороплю взгляд слева. Я вот просто, не, я вот, если честно, вот блинчики вкусные, да, были. И вот как бы я вообще пришел голодный на самом деле-то. Очень, очень голодный осень. Вот И напоминаешь. просто смел вот эту свою сторону, вот так вот, как слезал ее. Вроде как бы все вкусно, все классно, даже наелся, и ничего не охота. Но они такие вкусные были, что я до сих пор на твою вот эту сторону поглядываю. Ешь. Не, я не хочу, я наелся Я что, просто. жадничаю, что Да ли? я, если бы я хотел, думаешь, что я бы просто взял и поел. Вкусный кофе? Да. Нас опять, кстати, сегодня начали наши магазины минировать. Давно не минировали, а тут что-то опять Да, у началось. нас минируют постоянно один гипермаркет вот неподалеку от нас. А, Самбери, да. подожди, все гипермаркеты Да. этой серии. Но они, я так понимаю, звонят, говорят, Самбери. Самбери заминирован. А какой из них, не говорят, и все Да, останавливают их. минируют все. У нас их три в городе, да? Три Да. же. И все три В минируют. том году, помнишь, как минировали? Но их Очень часто. поймали. Каждый день минировали. Но их поймали, этих, кто там. Их поймали? Да. Даже не в курсе был. А сейчас вот уже сколько давно, я что-то уже как бы забыл. Что такое было, а тут опачки, опять началось. Видать, может, не тех поймали? Возможно, новые появились Возможно, злоумышленники, возможно. мошенники. Вот Денежек Денис хотят. хотел вот после работы сходить в магазин в очередной раз. И прямо перед его заходом, да? Не, там уже, я приехал, там уже все было перекрыто. Да Да, там уже непонятно, перекрыто. там они бывают, что и по полчаса там. Они же должны все проверить, правильно? Это, я помню, наблюдал, там подъезжает пожарная, подъезжает скорая, подъезжает полиция, потом ждут кинологов с собаками, потом они туда заходят, и там вообще это все очень долго. Все. Потом, ну, сначала опять же всех выведут с Самбери, ну, всех посетителей, работников всех выведут, и потом уже начинается там. Ладно, что, давай прощаться, дорогая моя. Будем прощаться. Ну что, дорогие наши зрители, всем большое спасибо, кто нас смотрит до конца, прям огромное спасибо. Всех целуем, всех обнимаем и прощаемся с вами. До новых встреч, скоро увидимся. Пока-пока. Спасибо, что вы есть. И хочется закончить это видео фразой. Этой фразой заканчивает всегда свои сольные концерты Кристина Арбакайте. Ну давай, я весь. Блин, я забыла. Ты когда так смотришь и слушаешь внимательно, сразу все Ты забываешь. готовилась и забыла? Нет, я не готовилась, я просто знаю. Все спонтанно, И я же. если сегодня что-то осталось в ваших сердцах, то большей награды для себя мы и не желаем. Бурные аплодисменты. Ладно, до скорой встречи. Пока-пока. Пока-пока.